научился. Нет, никогда не научусь. Помню. Илье будет очень приятно. Он прямо так и сказал. Без Аллы Николаевны на сцену не выйду. Ну да, сказал, сяду перед сценой на пол, будет утро. Это серьезный аргумент. Я не знаю, девчонки, конечно, спасибо, но... Ну а с чего нота? Заходи, заходи. Дом, что ли, сидеть? Снимай. Телек смотреть. А здесь-то сам наш матч на сцене будет плясать. Не плясать, а выступать. Ну я извиняюсь, да, да. Выступать, выступать. Ты фамилию еще не поменяла? Да, пока таких предложений не поступало. Но это как в анекдоте. Все пробуют, всем нравится, а замщик-то не зовет. Фу, Барышева. Ну а что? Ну а зачем им жениться? Им же так хорошо. Плотный гастрольный график. Ночные перелеты. Долгие переезды. Да ну вас, девочки. Алла Николаевна, мы тогда вас ждем, ДК «Мир». 100 лет в театре не было. Господи, что надеть-то? А, ну это у нас мировая проблема. У нас журак скоро победят, а вот что надеть, это проблема. И насморк. Вечная проблема. Никак не победить. Ладно, квенчицы. Кого еще пригласили? Ну, считай, всех, кроме Надиры и Зеленки. Ну да, у нас Надир в армии, Зеленка в тюрьме. Вообще дятел. Как в тюрьме? Ну, не ту дорогу пошел. Печально. Не глупый был мальчишка. Да, девочки, вы Агнессу Андреевну пригласили? Блин, это, конечно, мое дело, но причем здесь Агнесса? Ну, в смысле Агнесса Андреевна? Ну, директор, ну, мы здоровались, но сейчас-то зачем? Вот ты пошлые разговоры повзрослела рассказывать, а простые вещи не усвоила. Да чего вы спорите? Я Агнессе уже передала пригласительный. Сам Ромео сказал. А, ну, слово будущего мужа – закон. Конечно, конечно, конечно. Ну все, мы пошли. Ну ладно, да, зачем? Ждем вас ну, в ДК вечером, «Мир». Да, да. До свидания. Да, обязательно, спасибо. ДК «Мир». Спасибо за цветы. А у тебя же верно, да? Правильно? Да. Правильно. Она до была вечера. Не закрыта. До свидания. Все, пока. Сразу несколько иностранных делегаций подтвердили свое присутствие на сегодняшнем премьере. Он был посвящен людям, которым мы всем обязаны, и которых мы порой так незаслуженно забываем, то в центре сегодняшней постановки дети, подростки. По сути, «Ромео и Джульетта» — это пьеса о заброшенных, непонятых детях, об этом жестоком мире, там, где они стали заложниками вражды взрослых. Мы хотим обратить внимание общества в первую очередь именно на эти проблемы. Слоган нашего спектакля — «Вражда отцов им не дала второго шанса». Нам всегда нужно помнить о детях. Ведь дети, они видят эти конфликты, они их продолжают. И, понимаете, ведь дети — это наше будущее. Это будущее нашей Родины, если хотите. Духощипная. Это вы мне? Ой, нет, простите, ради бога. Спасибо большое. Ну, я думаю, как-то так там порежете. Может, да, мы да, продолжим да. тогда. Да, спасибо это большое. Столько пафоса.
Исчадие ада с ангельским лицом. Противоречие. Святой негодяй в одной плоти. В мужчинах нет ни в ком ни совести, ни чести. Все притворство. Пустое обольщение и обман. Стоп! Девочки, ну вы чего? Прям честное слово. Ну это же Шекспир. А вы сейчас обе, извините меня, как Щепкина и Куперник. Это прожить. Это пережить надо. Ну что, Сергей Иванович, переживем? Рванем сегодня? Аншлаг ждем? Рвануть-то рванем. Нам самим бошки не поотрывало. Извините. Нам хотя бы вот еще 2 недели качели вчера сломали. На чем Ромео будет Джульетту качать? Это образ всего спектакля. Качели. Сергей Иванович, у вас очень хороший спектакль получился. А качели уже везут. Сначала спектакли будут. Простите. Смотрите. Все будет, да. Угу, да. Ну что, вы готовы? Женщина мечтает о чуде. Нас с тобой на музыкальный спектакль пригласили. Угу. Мой выпускник. Между прочим, стал звездой, да. Агнеса Андреевна, до свидания. До свидания, Петр Валерьевич. Приятного вечера. Я постараюсь приехать, но я могу не успеть. Так, Кадышев, никаких «но». Между прочим, женщине одной идти в театр неприлично. Знаешь, что я хотела? О, передовики семейной жизни. Какая свадьба? Какая свадьба? Отстань. Они не женятся. Да нет, Шуманная экономика поступала, но баллов не хватило, а жаба во вник. Та же история, зато у него теперь свое рекламное агентство. Молодец, поднялся. Вика, у тебя правда ребеночек? А я работаю водителем. Правда? Так уж получилось. Ну, Алёшка шила. Шиловская. А что шила? Шила в мешке не утаишь. Ну, друзья сразу в армию написали, ну, а что теперь, дитё убивать? Что случилось, то случилось. Знаю, эта папьянь, когда забеременела, шила в армии был. А я вот замуж не тороплюсь. Теперь всё пучком. Дитё растет. Откуда у тебя такие подробности? Вот я считаю так. Опа! Что надо мне идти к мужчинам, а у меня катастрофически тянет честь. Кроме Зубрила. Вот как был идиотом, так и осталась идиотом. Ну, зайка, а тёс прес соскучился. Ты мне напомнила это о смысле жизни. Да и в чем он? Бери от жизни все, что сможешь. И если с боем, все равно. Ведь жизнь на жизнь не перемножишь. А дважды жить не суждено. А никак это ни при чем. Здорово! Здорово! Так не поднимает настроение, как гогот 11-го. Ребят, трекратное ура, Аль Николаевна. Раз, два, три. Ура! 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 Дурацкий светофор, а? Вот в кои-то веки выбрались в театр. Купили билеты, как приличные люди. И на себе. Вот опаздываем и опаздываем. Всегда так. Нет. Но Ромео уже не должен без нас умереть, а? Да. Да, дети, это называется наш папа лох. Вот когда человеку надо, это сразу видно. А мы все по правилам, все по закону ездим. Ничего не нарушаем. Ну, конечно. Я, может, и лох. А ты хочешь, чтобы я ездил как этот? Сразу видно бандиту, у которого все схвачено.
А у нас в машине дети. Дорогая. Поехали. О, Господи. Прекрати, ну что ты творишь? Андрей, прекрати. Так, сейчас домой поедем. Уже и так везде опоздали за некоторых. Алла Николаевна, а как же наш выпуск 95-го? Ой, здрасте. Так, ну а чего притихли-то? 11-го. А рефлекс сработал. Директор рядом, да? Ну, напрасно. Я уже 3 года вам не директор. Ну вы чего мерзнете? Здравствуйте. Давайте, проходите. Там буфет, потом зал. Ребят, всем привет. Привет. Куда я тебя... блин. Это что, на самом деле были не слухи? Да. Нет, ну молодец, что ребенка сохранила. Знаешь, жизнь она длинная. Будешь плакать. Прямо уверенный. Мы программа. Здрасте. Прямо уже все. Здрасте. Здрасте, Алла Николаевна. Здрасте, Леша. Я вот вам подарочек привез. Ведь благодаря вам я попал в армию, а не в тюрьму. С днем рождения, Алла Николаевна. Пойдем. Пойдем. Подождите, подождите, годки еще нет. Но СИЗО как всегда опаздывает. А я давно здесь стою, жду, когда вы тут обнимаетесь. СИЗО. Алла Николаевна. Здравствуйте. Точно она? Серьезно? Ты. Алла Николаевна, Алла Николаевна, здравствуйте. Оксаночка, здравствуй, дорогая. А я сейчас в школе, тут на предпрактике. А это мой куратор Наталья Ивановна, гордость нашей школы, учитель литературы. Наталья Ивановна. Здравствуйте, Алла Николаевна. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Алла Николаевна, с днем рождения вас, я... Оксана. Я вас тоже поздравляю. Я слышала, вас на пенсию отправили. Оксаночка, там наша есть класс один. Ну, ты приди хотя бы поздороваться, ладно? Я побежала. Да, мы с тобой еще сегодня увидимся. Хорошо. Берешь со всей ненавистью, сжимай. А это мой одноклассник. Ребят, давайте лучше поговорим о Шекспире. Оксана Михайловна, вот зачем мне ваш Шекспир? Вот что он знал тогда о сегодняшней жизни, а? Классика на то и классика, что она всегда современная. Вообще люди не меняются. Да слушайте, этого Шекспира вообще не было. Кто читал Шекспира, тот в жизни не пропадет. Я в буфет. Подождите, а где Васнецов? Да вон ваш Васнецов, что на меня-то наезжает? Классика, она никуда не пропадет. Да. А я в буфет. О, конечно. Шекспир ему совершенно не интересен. За него я тоже спокойно. Не поверишь, ДПСник остановил. Ну как за что? За что? Превышение, да, низко летел. Нет, вот честно, придумай что-нибудь посвежее. Ну, типа, я пробил колесо. Да нет, с колесом все в порядке, а вот батарейка садится. 23-я отмазка. Кадышев, совсем не смешно. Совсем. Знаешь, все уже собрались. Не, ну правда, батарейка садится. Ты помнишь, как вы договаривались? Да? Если я опоздаю... Правильно, да, буду встречать тебя. После спектакля. Да. Я всегда буду... Девушка, здравствуйте. Я извиняюсь, пожалуйста. Судьба решается. Как тебя зовут?
Лиза. Я Лечо. Это мой брат Баха. Привет. Привет. Я думала, вы итальянцы. Чеченцы, это почти одно и то же. Заказывай, не стесняйся, мы в свободной стране. Две воды без газа, 0,33, пожалуйста. Давайте 4 воды и пироженки. Вот это, может, с икрой, зеленую. Спасибо. Так, деньги убери, пожалуйста, хватит кормить Кавказ. Пироженки несут, пойдем. Ну, так чем чеченцы занимаются в нашем городе? Ты что, маленькая, что ли? Не знаешь, чем чеченцы занимаются? Все как обычно, убийство, грабежи, вымогательство, захват заложников. Недорого, качественно, да? Кстати, обращайся, у нас постоянным клиентам скидки. На самом деле, Маковенчик, это шутка, про итальянцев уже была выше лиги. Вспомнила, там же еще было что-то про сердце России, да? Чечня — это сердце России, да. А ты говоришь, никто чеченский КВН не смотрит. Тебе делать нечего. Оу, а тебя солнце на секунду оставить нельзя. Здрасте. Видишь, как мотыльки на рыжих налетают. Ты че налетаешь? Это наша подружка, одноклассница. И чё? Анда, это кто? Артём, это мои новые друзья. Из Чечни, из сердца России. Друзья из Чечни звучит как рок против наркотиков. Не надо близко подходить к рыжим. Ты чё, самый детский, что ли? Успокоились, Эрвин. Парни. Всем хуже будет. Эрвин, еду вообще. Анна, что это было? Артём, это я у тебя хотела спросить, что это было? Лиз! Тём! Ненавижу я чеченцев. Ну и всё. Да ну, мальчик, красавчик. Мне сейчас сердце в пятки не ушло. Что-то испугалась-то, это хиджаб просто. Просто платок. Mm-hmm. Русские тоже всегда в платках ходили, это нормально было. Просто считалось, что если у женщины распущены волосы, это очень эротично. Это только для мужа. Просто сейчас у нас это ушло, оно в мусульманских странах ходит. Ага, и с миной на пузе не ходит. Если с миной на пузе, тогда женщина в черном никабе, а не хиджабе. Ты откуда знаешь-то? История моды. А потом в туалет нормально не сходишь. Ребят, вот этот чемоданчик в кабинет продюсеру. Слышь, если что, я сказал. Ну все, мы разгрузились. Успели. Так, булочники, время. Пойдемте в зал. Алла Николаевна, возглавьте шествие за культурой. Оксана возглавит. Это еще гринки оформлять. Да мне пофиг, я увертюре не занял. Красивая такая. Смотри. Уже все наши собрались. Что-то Ромео страшновато. Прекрати. Ну смотри, смерть уже качается, ждет меня. Ну я пошел. Ребят, зацените, здесь, короче, двое малолеток будут шпилиться не по-детски. Тихо, успокоились. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Вот сосредоточьтесь на спектакле, помолчите. Чему он меня научит? Педофилии, да? Ну а что, Джульетте так-то 14 было, на секундочку. Слушай, какой же ты пастух, а? Какая же ты овца, а? Угу. А вот это видел? Ты что показываешь? Кузнецов, сядь, я сказала! Кузнецов, сядь. Сядь, успокойся, это не важно, сядь. Нет. Да что вы вообще пристали? Не вставай, не болтай, не дыши, блин. Мы свободные люди. Свободные и невоспитанные. Вы не на танцульках. Лучше бы на танцу. Вот именно. Вы всем мешаете. Вы это не понимаете? Не понимаю. Всем. Да если бы не триместр, хрен бы я пошла. У меня вообще-то дела были. Слушайте, что вы... Без родного-то языка, без литературы. Да сейчас. Почему только детей будете воспитывать, не знаю. Они... Вам-то какая разница? Не, ну скажите, вот кто вас просит думать о моем будущем? Профессиональный долг. И чего?
Жаль, что вас научили только хамить. О твоем будущем пусть твои родители думают. Но они не думают, в отличие от вас. Алла Николаевна, вы так смотрите. 20 лет прошло, а вы до сих пор считаете, что я тогда была не права? Да, считаю. Вы остались идеалисткой. Вы понимаете, что это малолетний преступник. Он опасен для общества. По его вине погиб ребенок. Конечно, он был трудным ребенком, но... Наталья Ивановна, это же не значит, что он не заслуживал второго шанса. Преступниками часто становятся те, кому его не дают. Я так не считаю. Я не собираюсь просить прощения за свое решение. А кого у меня? У вас? Я думаю, что если и стоит кого-нибудь просить прощения, так это у мальчика. Ему нужна была помощь. А мы его в тюрьму. Юлечка, проходи давай. Представление уже началось. Да нет, мы совсем немного опоздали. Идите. Мама, нас что, не пустят? Как кто нас не пустит? Позовите администратора. Все из-за тебя опоздали. Позовите администратора. Идите! Ты кем себя возомнила? У меня билеты, ты не понимаешь? Посмотрите. Ну, открой! Слушай, эти арендаторы задолбали со своим Ромео. Ты видел, сколько рекламы, а интервью? Представляю, сколько у них артисты получают. Это не мы с тобой. С хлеб на воду остается только с зубами скрежетать. Да ты не завидуй. Понимаешь, у нас искусство, у нас дети. У нас другая целевая аудитория, а там... Прикинь, ведь мне 40. Представляешь? 40! А я как прыгал с института этим царем Дадоном, так и прыгаю, и помру им, понимаешь? Да я звезд тоже с неба не хватаю. Но верю, что все у нас с тобой будет хорошо, все наладится, понимаешь? Веришь, да? Да. Ты верь, верь. Ладно, хорош. Пора домой. Детское время наше закончилось. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Именно через 15 минут. Я скоро буду. Успокойтесь, что вы делаете? Хватит уже. А, уважаемый Азамат, а вы что не в зале? За инвестиции беспокоитесь? Я думаю, наши труды не пропали даром. Полный зал, аншлаг. Время покажет, даром или как. Да, да, покажет. Это вам зачем? Мы работаем не с твоей группой. Я вторую группу совсем не знаю. А мы одни наемные. Чего от них ожидать? Да я смотрю, они нас вообще не слушают.
плохо это. Сейчас начнется. Шпаги на пистолеты. Ну чего ты? Сели все на свои места! Да вы что, охренели, что ли? Мы купили билеты, заплатили деньги, хотим смотреть спектакль. Лена, успокойся! Что? Я не понимаю. Я не сошла с ума. Мы хотим смотреть спектакль. Мы заплатили деньги. Неужели это непонятно? Пусть уходит! Отпустите ее! Забирай детей и уходите. Я никуда не пойду. Забирай детей и уходите! Бери детей и уходи. Папа, нет! Мы не пойдем! Бери детей и уходите! Бабушка, позвони. Папа! Иди там! Мила! Есть еще в зале беременные!
Есть! Я следом, я следом за тобой. Самое главное — никогда не сдаваться. Достал ты меня уж своим позитивом, понял? Я пописать. Иди, да куда конечно. Шел. Я домой валю, костюм сдаю и валю отсюда нафиг. О, понятно, новое лицо нашего театра. Че это у тебя так? Не понял. Че, борзишь что, а? Петушок, а ну иди сюда. Без разрешения! Поднимать или махать руками запрещено! Сейчас мои люди минируют здание! Заряды будут активированы в случае штурма или невыполнения наших условий! Если все будут вести себя спокойно и достойно, никто сегодня не умрет! Вообще это что происходит? Что творится-то, а? Сиди и молчи! Нет, ну вы мне скажете? Молчать, я сказал! Нет. Нет. Нет, я уйду. Стой! Вы ничего мне не сделаете! Стой! Мы не бандиты! Это политическая акция! Иностранные граждане могут встать, предъявить паспорт и выйти из зала. Вас проводят. Это не ваша война. Вы свободны. Мусульмане могут встать и выйти из зала. Уважаемый, у нас к тебе будет просьба. Слушаю тебя. Я хочу взять с собой вон ту русскую рыжую. Может, ты хочешь остаться? Нет, это не наша война. А чья это война? Разве вы не вайнахи? Зачем обижаешь брата? Конечно, мы вайнахи. Тогда ваше место рядом с нами. Это справедливая война. У нас вайнахов есть пословица. Война не рождает сына, война убивает сына. Не думаю, что нашему народу нужна эта война. Хорошо, что твой отец тебя не слышит. Нет у меня отца. Война лишила меня и отца, и брата. Так почему не мстишь им? Всевышний отомстит, если надо. Сколько бы мы ни воевали, это не закончится. Эти русские такие же непобедимые и сильные, как и мы. Как будто мы дети одних родителей. Ты умный, но молодой. Ты что, на стороне русских? Я на стороне тех, кто за мир. На пути мира и созидания Ахмата Хаджи. Это и есть благо для наших потомков. Да вот! Уходите. Отпусти ее, пожалуйста. Ее глаза похожи на глаза моей матери. Не получится. Тогда последний вопрос. Оставь меня вместо нее. Все мы в руках Аллаха. Берите ее и уходите. Голову отпусти!
пойдем с нами. Мы, по-моему, уже все решили. Не кипишуй, братан, ситуация другая. Это из-за таких, как вы, ситуация. И все уже поняли, что ты смелый. Сейчас не время спорить. Давай, короче, дело простое. Она уходит с нами, остается живой или... Пойду, а как же девочки? Валите. Возьми ключ. Покормишь в клюпу собаку мою и не запусти выклик. Давай, иди, выклик. Я с того света вернусь, но тебя найду, если с ней что не так. Ты, главное, возвращайся, баранов через тебя зарежу, давай. Будьте осторожнее, ребят, эти люди не шутят. Ты-то куда? Ну что, мусульманин? Ашхаду алля илляху илляллах. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. Хорошо. Кафир шахтешим бац. Нельзя верить этим кафирам. Уходи, ты свободен. Здесь мои друзья, я останусь. Отпусти ее. Кто она тебе? У нее дома маленький ребенок. Пусть уходит. Королева, ставь вышки, чтобы ни разу не обленулась. Ребенок дома. Леш, прости меня. Иди домой. За детей отвечаешь. Иди. Иди. Шейла, а ты чё, мусульманин? Бог один. Бог один. Только провайдеры разные. А можно вместо меня зубрилка выйдет? Ты что, сына, бля? Жить надоело! Пожалуйста. Еще есть зале шутники? Не надо шутить с огнем! Вы, зажравшиеся столичные люди, совсем не умеете себя вести! Вы на пороге у Бога! Даю вам ровно 3 минуты, чтобы позвонить своим друзьям и родственникам и сказать, что дом культуры захвачен. Это политическая акция, и ваши жизни зависят от правительства России. Пусть звонят президенту, премьер-министру, черту лысому. Пусть звонят во все газеты и журналы. Время пошло! Знаешь, как я загадал? Я загадал, как пройдет, так жизнь дальше сложится, представляешь? С того, как эти Ромео и Джульетта в финале спектакля. Представляешь? Это жизнь, Илюша, не кино. Они сейчас всех убьют. Смотри, меня никого не убьют. Пусть не говори. Все будет хорошо, поняла меня? Грузинка? Отвечай! Я вас умоляю. Молчать! Я задал вопрос не вам. Отвечай! Я осетинка. Из Хинвала.
Уходи, ты свободна. Я гражданка России, я христианка. Я никуда не уйду, это нечестно, здесь мои друзья. У тебя здесь нет друзей. Тебе дважды надо повторять. Считай, что ты гражданка Грузии. Объясните ей. Иди, Ваня, иди. Тебе экзамены надо сдавать. Иди. Скажи честно. Слушай, иди. Спасибо, что приняли наше приглашение поддержать премьерный спектакль. К вам есть простой разговор. Простая просьба. Я хочу заявить об акте террора в Доме культуры «Мир». Нет, я вас не разыгрываю. Алла Николаевна меня зовут. Так. Я вижу. 8 человек. Наверное, больше. 2 девушки в никабе, вероятно, с поясами смертников. Вы приняли вызов. Делайте вашу работу. Браво! Сразу видно, учитель. Зарядку можно попросить? Конечно. Спасибо. Нет. Может быть, что-нибудь кофе? Нет, спасибо, ничего не надо. Полиция в кадре. Видимо, тоже посмотреть хотят. Ну, полиция тоже люди, тоже хотят зрелищ. Сюда. Возьми кого-нибудь в помощь и собери у всех телефоны. Чума. Быстрее. Даем телефон. Телефон дай. Не подведи. Шила. Шила, нахрена так палец? Что охраняешь, что имеешь? Ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Стоять! Стоять!
куда бежим, а? Не убивайте, так я ничего не скажу. Что ты не скажешь? Ты что такой мокрый? Вы не из этих, что ли? Из кого из этих? Ну. Там стреляли. Там царя убили на моих глазах, я убежал. Какого царя? Там ДК? Да. Как ты сбежал? Там на крыше есть выход. Так, пустите, задушите. Все, свободен. Стоять. Телефон есть? Да. Дай сюда. Я просто не позвонила, но все звонили, а я не успела позвонить. Послушайте, я имею право на один звонок. Вы меня слышите? Я имею право на один звонок. Мы тут сидимся, боимся. Здесь женщины, дети, а вы трясете оружием. Что вы, как вы себя ведете? Что вы себе позволяете? Откуда вы вообще взялись на нашу голову? Мрази! Твою мать, трубку никто не берет. Я все тоже. Батарея села. Значит так, пионер. Давай, дуй. Беги в полицию, расскажи все, что видел. Давай, быстро, быстро! Разведка докладывает, что по периметру, по всему остеклению, идет минирование на инфракрасных лучах по схеме 3 через 1. Подполковник Голышев, командир группы захвата. Давай, быстрее, быстрее. Приехали они, вероятно, на фуре с рекламой мюзикла на борту. Это проверяется. Террористы используют свои камеры наблюдения, контролируют весь периметр. Нам срочно нужен переговорщик. Переговорщик едет. Пробки, как всегда. Почему крыши не нужны? Работаем над этим. Есть крыша. We're at the site. Мы готовы. Да не умрем мы здесь. Мы что-то там вернется. Бежим. Сиди тихо. Бегем. Даже не думаю. Это вы нас сюда затащили. Печенька хреновая. Шекспира, да? Шекспира вам подавай. Ты что-то расслабилась-то? Тише. А что, смеяться надо? Вон Тамара по своих подкосила и в дамках. Лили, прекрати. Ну, сделайте что-нибудь. Уже дети. Тамару уже отпустили. Значит, и нас много. Какая-то польза от вас начала. Можно спросить главного? О детях не просить.
Сейчас они нас всех убьют. Виноваты будете. Это вы. Вы хотите, чтобы я отпустил этих детей? Ну, во-первых, это уже не дети. А во-вторых, назовите мне хоть одну причину, по которой я должен лишаться заложников. Это же мои ученики, я учительница, и я за них отвечаю. Они хулиганят, но это нормально для детей. Они не совершили ничего плохого. Это совсем не причина. А вы же отпустили Тамару. Она осетинка, и что? Я отпустил ее, потому что она сильная и правильная, она верующая. Но вашей заслуги здесь нет, учитель. А что мне делать? Я просто учительница. А это дети. Они вообще жизни не видели. В этом состоит и заблуждение. Учитель не просто человек. Учитель тот, кто готовит будущее. Вы их называете маленькими детьми. Этих крепких молодых парней, они давно уже не маленькие. Вы не научили их элементарно уважать старших. Вы не научили их доброте, любви к родине, не родители. Учитель должен растить нужные качества в ребенке. Родители слишком добры для этого. Вы, к сожалению, не привили им базовые понятия воспитания. Есть Аллах, есть родители, есть учителя, первым из которых был пророк Мухаммад. Саллаллаху алейхи вассалам. Обижая учителей, они оскверняют память пророка. Я видел, как они относятся к вам. Поэтому извините, мне вас не жалко. Прекратите унижать учителя. Кто позволил говорить? Создатель, он дал мне разум и слово. А отец имя Алла. Я учитель. И что же вам не нравится в нашем общении? Во-первых, демонстрация силы и превосходства. Ни один волос не упадет с головы без воли Аллаха. Так что и палец, нажимающий курок, нажимает его по воле Аллаха. А не моей. О, какая удобная позиция. Простая. Я воин, а не мать Тереза. Я выполняю долг. Если при этом гибнут люди, Аллах примет их и утешит. Ну, а я мать Тереза. И я призываю вас к милосердию. Если уж вы взяли ответственность за наши жизни, то обеспечьте людей хотя бы самым необходимым. Водой и туалетом. Да, и неплохо было бы включить вентиляцию. Но вам же нужны живые заложники, насколько я понимаю. Первый. Зачем ты с ними заговорил? Все идет по плану. С людьми надо разговаривать. Да. Все в порядке. Мистер Семенов из правительства России здесь. Наш план с его приглашением на шоу сработал. Будьте аккуратнее там с Азаматом. Если что, можно с ним не церемониться. Он свое дело сделал. Хорошо. Выключите это шоу. В данный момент прямо за моей спиной в Доме культуры мира разворачивается трагедия. Проводя съемки репортажа о премьере спектакля «Ромео и Джульетта», мы стали невольными свидетелями преступления. Террористы захватили здание и взяли в заложники всех, кто находился в ДК. Что именно требуют террористы, к сожалению, мы не знаем. Вика? Где
весь наш класс. Они стреляют. Еще одна заложница. Свободен. Эдит. Боец, ты ее знаешь? Ты точно знаешь, полковник? Это моя одноклассница. Они много, они все стреляют. Артиста привезите сюда. Кто у вас ответственный за штурм? Полковник Зиновьев Сергей Валерьевич. На два слова. Что ФСО здесь забыло? Может? Ну вот и погиб ваш артист по своей глупости. Если бы выполнял наши пожелания, был бы жив. И вот в этом справедливость вашей войны. Воевать с гражданским. Мой путь определяет моя вера. Не мусульмане начали уничтожать христиан. Вы еще крестовые. Походу, вспомнить. Вспомню. Или я не прав, учитель истории? Нет, прав. Абсолютно прав. А вот Саладин вел справедливую войну. Он уничтожал агрессоров, пришедших на его земли, убивающих его женщин и детей. Его военный джихад он вызывает уважение. Поэтому его имя осталось в веках. А ваш путь. Все, на этом заканчиваем наше упражнение в теологии. А при чем здесь теология? Это история. Это кровь, ненависть, боль. Может, пора это все закончить? Не мы начали эту войну! Не важно, кто ее начал. Ее важно закончить. Это же в наших силах. Ну, конечно, если есть желание. Или у вас его нет? Воин ислама. Кто там у нас с переговорщиком? Приехал? Пробки все еще. Пришлите за ним вертолет. Почему в Америке вертолеты летают когда надо, а у нас только по праздникам, а? Потому что Америка богатая страна. Там только одних долгов 20 триллионов. Здрасте. Наконец-то. Явился инцидент. Вон, товарищ уже вместо тебя под пулю лезть хотел. Вот это не надо. Под пулю это работа постановка. А моя работа языком читать.
людей живыми оставлять. Вот. Это у вас там не получится. Да ладно, шучу, шучу, шучу. Ладно, ребят. Сегодня никто не умрет. Договорились, до утра штурма не будет. Пойдите, мы тебя проконсультируем. Че там? Там внутри человек оттуда. С потолка? Смешно. Я просто пытаюсь понять, насколько высоко оттуда. Высоко. Нам не дотянуться. Так что пока наблюдаем, слушаем, держим связь, разговариваем. И чтобы ни одного выстрела. Каферы должны знать, что на них всегда есть сила зеленого знамени ислама. Да, только не переусердствуйте, уважаемые в сейфе. Все должно быть в рамках борьбы, а не разбоя. Русские должны думать, что это чеченский след. Это событие должно создать напряженность в Чечне. Тем более, тогда нет необходимости так быстро сворачиваться. Немного крови не повредит. Но вы сами понимаете, новые задачи, новые условия, несомненно. Мы удваиваем сумму, уважаемые в сейфе. Это хорошо. То, что вы называете джихад, священной войной. Это вы называете джихад священной войной. В нашем мире джихад – это справедливая война с агрессорами. А кто тут агрессор? По-моему, оружие в ваших руках. И вы диктуете нам свою волю. Джихад, в первую очередь, это усилие. Усердие на пути Аллаха. Часто джихад называют священной войной против неверных кафиров. Это совсем не так. Понятие джихад намного расширено. Его военная часть газават является самой малой частью джихада. Ну, я знаю, что джихад – это прежде всего духовная борьба с собственными недостатками. Он ведется, исходя из возможностей жизни, имуществом, словом. Мусульманина, объявившего о джихаде, называют маджахед. Вспомните, как мы ненавидели это слово в Советском Союзе. Каждый день по телевизору. Афганские маджахеды напали на мирную колонну. Просто, к сожалению, не все знают, что маджахед – это не только воин. Это может быть учитель, священник, мать, воспитывающая своего ребенка. Сейчас были бы вы мусульманкой. Вы стоите на пути джихада. Ибо до конца перед лицом опасности продолжаете свое дело. Сейчас рядом с вами ученики. Мне бы не хотелось, чтобы вы погибли. Хотя погибший муджахид считается шахидом, засвидетельствующим свою веру на пути Аллаха. Мне бы хотелось, чтобы вы продолжили свою работу и дальше. Но вы же не мусульманка. Но вы свободны. В православии есть святитель Иоанн Златоуст. Он говорил, смерть мучеников есть явное поражение убивающих и блистательная победа убиваемых. В христианстве тоже высоко чтут человека, принявшего смерть за веру. Я остаюсь. Здесь мои дети.
Тем более справедливость ваших поступков, она вообще вызывает у меня большое сомнение. Старайтесь найти оправдание вашему разбору. Ответственность за теракт взял на себя чеченский центр сопротивления. Какой нахрен центр сопротивления? Первый раз слышу. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Нет, по рангу не положено понимать. А как смешно. Ничего не знаем. Какой-то там Тудей. Сюдей. Уже на весь мир вывесил. Чечня опять треплет Россию. Вот журналюги. Ну языки поганые. Что ж такое происходит с этим миром? Что с ним происходит? Все как всегда. Ничего нового. Как вы нас называете? Террористами? Мы себя называем борцами за свободу. Скажите, а что стало с Ичкерией, когда она получила независимость? Хаос. Так не надо говорить, что Россия во всем виновата. С 95-го года уже все было порушено. Война началась в декабре 94-го. Я знаю. Я обе войны знаю. По своим выпускникам, которые остались там, защищая большую Россию и маленькую Чечню от бандитов. У меня мальчишка был, хулиганчик мелкий. Пошел в спецназ. В 95-м его забросили в район Шали. И забыли. Они мотались по горам. И вышли только потому, что у их командира был афганский опыт. Ребята не понимали, ну как можно стрелять по своим. Вот как можно стрелять по своим? Я был там. Они остались живых только потому, что мой командир служил вместе с русским командиром в Афганистане. А что сделали федералы? Завели на них уголовные дела за то, что они остались живых и сохранили жизни солдатам. Я ненавижу тех людей, которые зарабатывали деньги на смертях моих учеников. Да. Наверное, именно тогда, в 95-м, и начались взаимные обиды. Про новое поколение выросло, а боль не проходит. Потому что целые села с людьми стирались танками. У моего народа кровная обида на русских. Как и у русских. А что сделал Сталин с моим народом? Сталин? Поступил чудовищно. Но, вот в этом но, кроется масса нюансов. Ну, вы знаете, что во время войны на Кавказе были бандформирования, которые боролись с Советами на деньги вермахта. И Сталин, ради спасения страны в целом, принял решение о переселении чеченского и ингушского народа в Среднюю Азию. В этом есть оправдание? Ни одна нога фашистов не ступала на территорию Чечено-Ингушетии. Среди всех народов есть бандиты. А настоящие чеченцы в 42-м году не пустили фашистов в Грозненской нефти. И оттуда пошло контрнаступление советских войск. Я это помню. Я хочу другое сказать. Соединенные Штаты после атаки на Перл-Харбор собрали со всей своей территории японцев и поместили их на несколько лет в концентрационные лагеря. Тиран Сталин и, так сказать, демократ Рузвельт поступили одинаково. А почему? Потому что время было такое. Нельзя судить политиков прошлого сегодняшними мерками, вырываясь из исторического контекста. Сегодняшней точки зрения Чингисхан не убийца-государственник.
Екатерина Медичи, заботливая мать. Оправдания не нужны. Может, есть понимание. Будет к ним идти. Чем меньше они знают, тем меньше вероятность шторма. Передай своему брату Азамату, что я поражен его предусмотрительностью. Переговоры будут сложными. А мы здесь гаранты того, что Россия будет покладистой. Да и потом, как его там, все в руках Аллаха. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказал. Сейчас они сильно задумались, потому что наше поведение не укладывается в схемы из их учебников. Тварь неизвестной природы. Меня волнуют эти училки в зале. Денис, почему ты учителей так не любишь, а? Учителя заслуживают уважения. Азамат это хорошо знает, в отличие от тебя. Но Азамат не контролирует их. Их надо наказать, чтобы другим неповадно было. Если он завалит операцию, нам же хана. Если завалит... Зачем ты с ней говоришь, а? Она тебя плевать хотела. Ну, я с ней разберусь. Отставить. Учителя не трогать. И всем передай. Что передать? Не трогать. У нас все готово. При взрыве стена вывалится, и мы окажемся в техническом тоннеле метро. А перекрытие не рухнет? Не, ну здание, конечно, немножко потрясет, но стена-то не несущая. Дай детонатор. Вот еще. Когда мы уйдем в тоннель, я обрушу здание. Грамотно, но это лишнее. Почему? Это лишнее. Эй, ходи спать. Игры в разговоры, уважаемые, расслабляющие людей. Отвечайте за свой сектор. Ваши люди просмотрели проникновение за периметр. И что там с заказчиком? Заказчик молчит. Все должно решиться до утра. Утром надо уходить, иначе будет штурм. А он не входит в наши планы. Приказ уходить могу дать только я. Будем сидеть здесь столько, сколько нужно. Азамат, бойца убил артист. Он пробрался с крыши. Тот, кого мы приняли за убитого артиста, был наш человек. Он надел на него свой костюм. Азамат, брат, послушай. Эль-Сейфи говорил с кем-то по телефону.
что это здание захватили чеченские боевики. На другом канале это было. Почему они ведут эти двойные игры? Не волнуйся. Таков этот путь войны. Все будет хорошо, брат. Ладно, брат. Вновь слышны выстрелы. Мы можем только предполагать, что там происходит. Никаких комментариев силовые ведомства не дают. По имеющимся данным от наших источников, в здании находится офицер спецназа. Выстрелы в здании все еще продолжаются. Героем хочешь стать? М? Поднять свой политический рейтинг? Я тебе по-хорошему предлагаю. 3 миллиарда на мое имя. А дальше можешь перед своими изображать героя, переговорщика, красную шапочку, кого хочешь. Мы никому не скажем, что свою свободу ты купил. Думаешь, что я верю в твое благородство? Что ты в политике делаешь, а? Ты же один из богатейших людей. Я готов отписать тебе свою долю в компании, а ты отпустишь людей. Всех. Значит, я отпускаю людей. А ты мне 3 миллиарда и компанию? Да. Договорились? Вася, это легендарный кадр. Это нельзя показывать, Сев. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я как бы пришел поговорить. Мне бы старшего увидеть. Говори вот сюда. Я подойду, ничего? Все, я подойду. Все, здесь остановился. В общем, мы там все ужасно волнуемся. Понятно, столько народу. Не знаю, может, там еда, там нужна вода. Вы вообще людей-то кормить собираетесь, не? Я теперь смотри сюда. А? Периметр просматривается полностью. Ну, это так, на всякий случай.
если вдруг захотите штурмовать здание. А теперь самое интересное. Крыша. Смотри сюда! Смотри, смотри. При активации зарядов здание просто сложится внутрь. И все. Понял, понял, понял. В общем, парни, я вижу, вы здорово подготовились. Видна рука профессионала. Я только одно понять не могу. А что такое ураган-то? Ну как, ну, требования вы не выставляете. Обстановку не нагнетаете. Заложников-то и тех отпускаете. Откровенно говоря, спецназа вас будет жалко убивать. Шутник, да? Это... Ладно. Давайте так договоримся. Никто не умрет. До утра штурма не будет. Я вам это гарантирую. Если там есть такие тяжелые больные, хронические, отпустите. 1-2 человека вам все равно погоду не сделают. Ну а так... Приятно иметь дело с профессионалами. Иди и скажи, что если будете выполнять все условия, все останутся живыми. Условия? А какие у вас условия? Ждите! Понял, все, все, условия. Все, ребят, я все услышал, все увидел, все понял. Я пошел, все расскажу. Переговоров не будет. Слушай, там один знаки мне показывал. 682. Ну да. 682. Прием. 682, чей? Это личный номер Кадышева. Вот это пиар. Даже можно гордиться мной. Эй, иди дай. Слишком много говорите. Слышите меня? По моему мнению, вы ведете себя глупо и несуразно. Вы спорите с бандитом. Это же опасно. Он может в любой момент застрелить вас. И нас. А что же делать? Подчиниться. Пройти, так сказать, путь от удивления через панику к осознанному действию. Ну, и в чем же должно заключаться? Осознанные действия. В смирении. Так вы режиссер? Инженер человеческих душ. Ну, что вы предлагаете? Нам режим и так вечно затыкает рот. И если эти люди борются с этим режимом, Может быть, нужно быть на их стороне? Возможно, даже помогать им? Кому? Бандитам? Не поняла, вы о чем? А ты о чем? Родина, отчизна, да кому нужна твоя отчизна без свободы слова? Здесь все продажно! И бандиты, и полиция! Еще раз откроешь партию, тебе сам ее заткну! Сиди, не вякай! Что? 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 Нет! Здесь
Кто может, тот пусть спит. Ночь, наверное, будет спокойной. Предупреждаю и вас, не пытайтесь бежать. Все заминировано. Терпите и останетесь живых. Директор школы. Еще хуже. Шутник. У терроризма нет нации. Шакалы это. Они не хотят, чтобы Чечня была мирной и красивой республикой. И хотят, чтобы Россия была сильной. Я 100% уверен, что они сейчас меня смотрят,
Это мой учитель в лагерях. Если вы чеченцы, придите и примите наказание с гордо поднятой головой. Если она у вас осталась, гордость. Ну, твоя тема. Я, как учительница литературы, считаю, что терроризм стал возможен только с развитием СМИ. Запугают как можно больше людей и распространяют этот страх через телевидение, газеты. Если вы запретите телевидение, газеты и интернет, тогда вы сможете справиться с терроризмом. Это так. Цензура есть и будет. Государство должно защищать свои интересы. Шила? Цензура – это безопасность. Сейчас хорошее время для ведения именно такой формы войны. Я точно знаю только одно. Если Аллах угодно, Он призовет мою душу и направит на путь. Это у меня успокаивает. И не отвлекает от работы. Что надо пойти военным показать? Подтвердите. Убивать неверных – это подвиг? Не совсем точно. Кафир – это слово, которым мы обозначаем неверующих людей. В первую очередь – атеистов. Атеисты – это самые опасные люди для общества. Убийство христианина считается в исламе грехом. Потому что я точно знаю, что и ислам категорически запрещает мусульманам оскорблять или покушаться на жизнь, честь, имущество и достоинство людей Писания. Почему вы клоните? Как же быть с огромным количеством православных воинов, убитых в Чечне? Они воевали с моим народом на моей территории. Давайте не будем об этом. Ну а кто умер от пыток в плену? Ну за что вы пытали солдат срочно? Я не отвечаю за действия других. За действия наемников. И давайте остановимся. Дела минувшие. Убивать. Вот работа для настоящего воина. Работа воина – защищать. И сейчас здесь, за 1000 километров от дома, я защищаю его, свою семью, свою веру. И так будет всегда. Там, куда пошлет меня Аллах, неси его знамя и учение. Что он делает? Ты что, действительно не понимаешь, что тебя используют? Твоим хозяевам не нужен мир, они доход свой потеряют. Только хаос, только война. Как только начинались какие-то мирные встречи, происходили переговоры, тут же происходила какая-то провокация. Генерал Романов подорвался на фугасе. Зачем? Зачем его нужно было подрывать? Зачем так дерзить? Сейчас он ее пристрелит, а заодно и всех остальных. Кто это тезку-то? Может, они знакомы? Ладно, потому что узнаваться.
Слышь, боец, ну-ка, найди нам свою одноклассницу. Потому что нужен нестабильный Кавказ, слабая Россия. А кто ответит за Бамут? Там вся семья моя, родители, сестры. Пепел семьи стучит мне сердце, пепел моих братьев. Кровная месть, ее еще никто не отменял. А кто ответит за Буденновск, за Дубровку, за Чапаевск? Ты что, не понимаешь, что нас травили, как двух бойцовских собак? А выигрыш остается третий, который держит своего пса в стороне для того, чтобы добить ослабленного победителя и получить все. У меня пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать своих учеников, которые остались там, в Чечне. И в каждом из них моя боль. Нечего искать виноватых в войне. Войну можно только остановить. Значит, говоришь, незнакомый вообще. Откуда же тогда такое доверие? Она учитель истории. Училка. Ну, тогда понятно. По мне, так самая важная в мире профессия. Сила знания, сила слова против насилия. Артист наш сапер. Ютяк он разминировал. Но я все поправил. Друг наш, артист, я знаю, что ты меня слышишь. Зачем ты разминировал окна? Это ведь могло привести к трагедии. Не делай так больше. А лучше приходи и сдайся. Все-таки шторм. В зале член правительства. Если член погибнет, нам всем будет хорошо. А люди? 0 действий. 0 инициативы. Мы ж тут сами, как заложники, даже хуже. Выкупайте. Угу. А для этого нужен контакт с ними. Информация и желающие выкупать. Или приказ. Или приказ. Чтобы вам стало понятным, чеченцы – отличные воины, но среди них находятся шакалы, как и в любой другой нации. Вот скажи, ты воюешь за ислам. А почему твои действия приводят к тому, чтобы в Чечне не было порядка? Ну, чтобы в России был хаос. Кому это нужно? Уважаемый Алла, я воин. И пока я не выполню задачу, я глух внешнему миру. А это зря. Что глух? Ты же можешь пропустить шанс остаться человеком. Уверяю вас, учитель, все это выдумки журналистов. В нашей вере все очень просто. Есть Аллах, и все. Другого нет. Это у вас, у христиан, все запутано. Вы говорите, что Бог един, и тут же делите его на 3 части. Просто одно без другого существовать не может. Это очень просто. Вот смотри, вот как ты видишь солнце? Ну, это же один диск. Он дает свет, так? А его лучи дают тепло, так? Ну, а все это же одно солнце, а не 3. Пускайте. Не уходите никуда, уважаемый Алла. А про солнце интересно у вас получилось. Вчера вечером в Кёльне был подписан протокол о намерениях, учитывающий мирный процесс урегулирования конфликта, предложенный Россией.
виды. Перестань. На место иди. Ты красивый, зват как. Здесь Изова. У меня муж есть. Да нету никого ты. Ты яркая, дерзкая. Со мной идешь. Ни в чем отказаться не будешь. Деньги, золото. Вас всех убьют. Завтра, может, вообще сегодня. Ты глупая. Смерть меня не боясь. А я тоже смерти не боюсь. Бегом! Как дела у нас в Кёльне? Нет информации? Не думаю, что сегодня будет. У нас пока нет разрешения покидать это место. Пойдем со мной. Не бойся. Не трогайте девочку. Пойдем, я говорю. Иди, вставай. Я сказала, не трогайте девочку. Автомат. Исламские ценности, говоришь? Да плевать они хотели на твои ценности. Перестаньте! Нет, не перестану. Кто поверит, что ты защищаешь свою родину? Ты таксист, которого наняли. Летаете по всему миру. Помогаете устраивать хаос на планете. Какой ты воин ислама, если скрываешь маской свое лицо? Он сорвет маску! Он напал на меня! Он должен умереть! Унесь нас моих! Мы здесь на справедливой войне! Помогите же уже кто-нибудь, что вы сидите? Врача. Его в больнице. Нам всем надо успокоиться. Его надо отнести. Он поступил как настоящий мужчина. Он уже пострадал из-за вашего правительства. Я отпущу с ним 4 человека. Назначьте сами. Будет 8. Пойдут девушки. Не надо торговаться. Пусть будет 6. Давай, Масяня. Давай, Ракися. Страх. Иди! Погоди! Пошла! Ну, быстрее, ну! А может, мои? Еще 2 пойдут. Пусть 3 идут! Все, все, все. Давай. Потом будем думать. Давай, иди, иди. Аккуратно. На счет 3. 1, 2, 3. Аккуратно.
Да. Алло, Алый. Надеюсь, ты на крыше. А кто у телефона? Поймёт кто. Бутон, это Алый. Здесь бобёр на связи. Я в бойлерной. Я кое-кого нашел. Тут все очень непонятно. Внутри член правительства Семенов. Ты его видел?
ответственность. Вот это по-нашему. 5 минут готовности. Просыпаемся, девочки. Почему ты здесь? Почему я ничего не знаю об этом? Такие у тебя друзья, значит. Тоже это меняет дело. Все в воле Аллаха. А значит, нет никакой поддержки наших друзей в Кёльне? Это твоя нажива? Рэкет! Нет, все не так. Заказ был, но можно заодно и заработать. Деньги не пахнут. Деньги пахнут! Это ты, воин Аллаха. Училка разжижила тебе мозги. Прав был Денис. Надо было ее сразу убрать. Плевать на нее и на всех. Yeah!
Азамат Амирханов. Что ты здесь делаешь? Не имею чести. Ну, конечно. Ты меня не можешь знать. Что ты здесь забыл? Меня подставили. Эль-Сейфи. Аллах свидетель. Знаешь, мне моя учительница давным-давно еще сказала, что нет ничего лучше, чем послужить своей родине, своему народу. Да, звучит пафосно, но зато очень точно. Телефон есть? Есть. Дай сюда. Алло, Резван? Кадышев беспокоит. Мир дому твоему. Диман, дорогой, я звоню тебе, а ты недоступен. Да, у меня телефон разрядился. Мне сказали, что ты в отпуске. У нас тут ЧП по твоей части. Какие-то шакалы захватили дворец культуры в вашем городе. А всем сказали, что это чеченцы. Я в ДК, Резван. И жертвы есть. И чеченцы есть. Кто главный у них? Эль-Сейфи Али, знаешь такого? Мерзкий тип. Живой еще? Нет, уже нет. Это хорошая новость. А что чеченцы? Их двое. Один убит, остальные наемники. А что второй чеченец? Да он рядом. Он еще не сдался. Азамат Амирханов, ты можешь поговорить с ним. У нас громкая связь. Ассаламу алейкум, Азамат. Ты преступник теперь. Ты понимаешь это? Ты будешь наказан во имя Аллаха. Я в твоей воле. Ради Аллаха. Диман, брат, надо сделать так, по-братски прошу, чтобы Азамат приехал в Чечню сам, а не мои ребята его привезли. Я понял. Я понял, Резван. Меня здесь нет, я как бы в отпуске. Спасибо тебе, дорогой. Все, пока. Мама на второй линии. Сам сможешь уйти? Смогу. Обманешь? Из-под земли достану. И училкам спасибо скажи. Они тебе второй шанс дали. Ты их знаешь? Конечно, знаю. Подожди. Это радиопульт. Твой сов смерти. Семенов, член правительства. Если что, в бойлерной, живой. Здесь же и главарь их. Все, парни. Можете начинать. С Богом. Аллахумма салли ала Мухаммади ва ала али Мухаммади ва салли. Я Аллах. Аспин хашим сайкома. Обеих узнал. Помните, 20 лет назад? Я друга своего убил. Случайно. Я же не знал, как мне жить дальше. Я тебя умолял. Но ты добивался, чтобы меня посадили в колонию. Ты же всем говорил, что я опасен. Ты перечеркнула всю мою жизнь.
Ты мне не оставила шанса. Я не оставлю тебе. Нет. Нет, Денис. Что же ты натворил? Это я виновата. Она боролась за тебя до последнего. Она ходила к учителям, в милицию, к родителям этого мальчика. Сергей. Его звали Сергей. Это я отправила тебя в колонию. Я совершила ошибку. Поздно. Поздно. Ты хочешь умереть за училку? Да ты хочешь умереть за нее? Может быть, еще кто-то готов? Кто еще хочет умереть за училку? Ну! Это я плохой, не ты. Пусть станет тот, кто не делал ошибки в жизни. Ну, нет? Есть такие? Вы меня что, убьете? Нет, ты смелая. А жизнь ставит на колени только сильных. А слабых? А слабые и нафиг нужны, потому что они и так на коленях. На! Фурор устроили без меня. А где вы? Иди в окно. Мы с Милкой здесь. Где Денис? Ты где был? Ну, все, что ты.
Павел Николаевна, здрасте. Здрасте, простите меня, пожалуйста. В день рождения хотел как лучше. И простите, пожалуйста. Отойдите, не мешайте. Я его жена. Тебе сказал, что ты лучше меня. Все равны, да, мы не похожи. Я не хочу войны. Меня ждет семья, судят по делам. Они по цвету кожи, кто проливает кровь, тот кровью платит, как и вы. Я готов за родных убить, я готов. У меня духа хватит, но зачем это все? Давайте просто жить. Я был на Кавказе, меня тепло встречали. Добрые люди, буду помнить их всегда. Но я был там гостем и понимал это. Прошу, веди себя так же, когда приедешь сюда. Если ты придешь с миром, я накрою стол. Мы будем кушать с тобой и пить вино. Я уложу тебя спать, сам же лягу на пол. Но я прошу об одном, не приходи с войной. Мирного неба на земле. Слово об этом, так за что же ребята погибали так рано? Ну хоть кто-нибудь сможет ответить нам на это? Вечная память. Кого с нами нет, ушел из-за этой нелепой войны. И пусть эти слова разлетятся по свету во все стороны нашей великой страны. Я люблю свою родину, я патриот. И как бы не было хорошо в других странах, я никогда не уеду, не предам ее. Люби свою землю, как родную маму. Неважно, откуда ты, с Москвы или с Кавказа, в каждой нации есть кадры, брат, пойми. Неважно, сколько силы в твоих руках, важно,
чтобы мы оставались всегда людьми. Мирного неба над землей. С тобой. Нужна война с тобой, ведь только нам решать, что с нами будет. Мирного неба над землей.